направление пригородных электричек. Это прежде всего направление приусадебных хозяйств, дачи. Очень многие череповчане в сторону Шеломова ездят на электричках. И очень важно, чтобы эта платформа сохранилась. Поэтому вот важно, в какие сроки будет проведен капитальный ремонт. Необходимо будет решить вопрос по тротуару. Изначально у нас был запланирован ремонт данной платформы частично, то есть половину платформы, чтобы не отменять остановку поездов на данном остановочном пункте. То есть сейчас на данный момент люди выходят, соответственно, пассажиры выходят со стороны Череповца, с этой стороны, вот, а здесь как бы производится ремонт. В сентябре месяце выделен дополнительный лимит, и череповчане, и мы будем надеяться на то, что и будет это сделано до конца года. Полностью вот эта платформа целиком и полностью будет отремонтирована. И левая, и правая сторона. И левая, и правая сторона. Вы видите сейчас разрыв между платформами, потому что новая платформа, она выше, то есть высотные отметки изменились. Вот, то есть до конца года планируется закончить платформу в полном объеме.